Сегодня Архангельск с рабочим визитом посетит председатель наблюдательного совета госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и первый заместитель гендиректора фонда Владимир Талалыкин. Гости посмотрят строительство домов на Ленинградском проспекте для переселения из ветхого и аварийного жилья, встретятся с губернатором области Игорем Орловым, проведут совещание с главами муниципалитетов и строителем. Также из рук высоких гостей фасадную табличку «Дом образцового содержания» получат жители дома 2, корпус 3 по улице Тимме. Полицейские Архангельска и Северодвинска могут остаться без тепла. Стражи порядка в своей заявке на поставку теплоснабжения от ТГК-2 указали дату 1 ноября этого года. Но сроком оплаты за потребленное тепло значится год 2017. Энергетиков это не устроило. Если стороны не договорятся, то уже со вторника следующей недели подразделения МВД России в Архангельске и Северодвинске должны прекратить потребление тепловой энергии. В противном случае ограничение теплоснабжения будет произведено принудительно. Сегодня Всемирный день борьбы с инсультом. Врачи областной больницы предлагают жителям задать все интересующие их вопросы по этому заболеванию. Ваших звонков ждут с 10 до 12 часов по номеру в Архангельске 21 30 36. Ну а первая поликлиника областной столицы приглашает посетить кабинет помощи отказа от курения. Вас рады будут видеть с 8 утра и до 16:30. Судьба длиною в век. Сегодня свой столетний юбилей отмечает архангелогородка Таисия Кычева. Она родилась в год Первой мировой войны, пережила страшные годы Великой Отечественной, потеряв войну и мужа, и единственного ребенка. Призванием Таисии Григорьевны стала работа учителем. Удивительно, но преподавать в деревенской школе она начала уже в 14 лет. Строгая, внимательная, требовательная Таисия Григорьевна и сегодня не теряет крепости духа. Говорит, человек способен дожить до 100, значит, много еще впереди. Тем более, что у сегодняшней именинницы есть свой секрет долголетия. Просто живите, не думайте о чем. Живите, как вы живете, работайте, живите, веселитесь, если хотите. Все, имейте семью, главное, семья еще лучше всего. Думайте о ней, делайте. И все. Не думайте о смерти, не думайте о том, что я живу. А живите, просто живите. И сегодня в 19 часов на телеканале ТВ-центр в эфир выйдет новый выпуск программы о жителях военного Архангельска «Помним, гордимся, помогаем». Таисия Кычева станет главной ее героиней. Хотите стройную фигуру без изнурительных тренировок, укрепить здоровье и отдохнуть? Фитнес для женщин. Клуб «Разминка». Ломоносова, 154. Сегодня в Архангельске ожидается сыро и облачно, местами небольшой дождь, ветер южный до 5 метров в секунду, а температура в течение дня поднимется до 2 градусов тепла, на дорогах гололед. Так что будьте осторожны, берегите свое здоровье и смотрите программу «Сейчас в регионе» каждый час на телеканале ПС.